В Дагестане проверят систему оповещения. Об этом сообщает МЧС по Республике Дагестан. Кроме проверки, завтра с 9 до 11.00 утра будет произведен запуск выходных акустических устройств. Это значит, что будут звучать электросирены и громкоговорящие устройства. Список городов и населенных пунктов республики, на территории которых будет проведена проверка, вы видите на своих экранах. МЧС Дагестана просит соблюдать спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым работам.